Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас будет распаковка по первому каталогу Фаберликовскому. Действует до конца января, до 29 числа. Тут в основном будут заказы по распродаже из персональных акций. И из тех же персональных акций будут у нас какие-то товары с использованием купонов. Хотя обращайте внимание, что не всегда с использованием купонов более выгодная стоимость получается на товары. Иногда даже в каталоге цена гораздо выгодней, потому что у нас по купонам цена минус 50%. Поэтому вы смотрите, сравнивайте, какая стоимость получается выгоднее. Вот даже, видите, минус 55%. То есть, если вы по купону этот товар приобретете, то он у вас получится дороже. Ну, вы поняли, да? Кто еще не задумывался? Ну, я думаю, все у нас умные. И все сообразили. Ну, давайте откроем, посмотрим, что же я приобрела. Как всегда, из моей любимой рубрики. Там прям появилось много товаров. Для лица уход. Я успела купить и кремы для рук, и гели для рук жидкие. Сейчас мы с вами посмотрим, что же у меня тут интересненького. Буду просто доставать в рандомном порядке, что будет попадаться, и будем говорить, из какой категории я заказала. Крем-гель для век BioGlow. Этим я пользовалась кремочком. Он неплохой, он такой приятненький. Очень хорошо на коже проявляет себя. Взяла за 110 рублей. Это распродажа со сроками годности до февраля-марта. Вот такой вот легкий, приятно пахнущий крем. Он легкий-легкий аромат имеет. Очень-очень приятный. И в нанесении тоже очень-очень приятный. Крем-гель с легким охлаждающим эффектом. Возвращает коже здоровое сияние. Небольшой тюбичек 15 мл. Прекрасно за месяц уйдет. Из этой же категории крема для рук. Я говорю некоторые цены сразу со своей скидкой. 59 рублей. Просто я некоторые запомнила, а некоторые буду подсматривать. Витаминный крем для рук мандарин и бергамот. Очень хорошая серия, это Витамания. Ароматы такие приятные. Небольшая скидочка получилась. И немножко подешевле он проходит. Тоже срок годности февраль-март. 3 штучки я брала. Вот такие дезодоранты. Мужские, Cool Control, антиперспиранты с приятным ароматом, ну, по отзывам. Примерно в два раза, наверное, подешевле получается, 77, наверное, рублей или 73 рубля. Ну, как-то так, со скидочкой получились, должно быть штучки 3. Все равно подешевле, потому что где-то от 100 и выше. Это вот 100 рублей, это прям уже таких и цен нет на дезодоранты шариковые, шариковый дезодорант. Ну, ради интереса могу говорить, когда сделан. В сентябре 2021 года. Поэтому, в принципе, можно брать и использовать. Смотрите, в своих персональных акциях, может быть, какие-то товары еще есть в наличии. Что-то, может быть, добавят. Даже иногда у нас продляется распродажа, и продукты еще дешевле распродаются. Так, тоже из этих же персональных акций продукции со сроком годности с февраля-марта. Вот этих побольше взяла, потому что, ну, это вообще расходный материал, мыло, да, жидкое для рук. Естественно, его можно безопасно брать и пользоваться, и с удовольствием пользоваться. Здесь у нас с медом райские моменты, молочные протеины. Сейчас попробуем ароматик. Приятный аромат, беленькая, густая текстура. По 59 рублей получились. Штук 5 я взяла. С удовольствием будем использоваться. И также знакомые приобретут, будут использовать. Все эти товары, если я беру по несколько штучек, то, естественно, я предлагаю своим знакомым. Те с удовольствием также берут. Хотят сэкономить. Пришли платежки, девчонки. Все подорожало. Прям у нас, в Воронежской области, ну, гораздо. Все стало дороже. Отопление за небольшую двухкомнатную квартиру где-то 3
с 1500. Ну и все остальные коммуналки. Так что будем хоть где-то сэкономим. Ничего страшного, помоем мылом, которое скоро закончит свой срок действия, да? Ничего страшного, девчонки, выкарабкаемся, да? Все будет хорошо, лишь бы у нас мир на земле наступил. Ну вот эту штучку взяла, это я уже взяла. Мам, по обычной своей скидке обошелся 148 рублей, а так 199 рублей. Гель Story de Amour с афродизиаками. Такой у меня был. В использовании приятный гель. Аромат очень такой нежный, чувственный, прозрачный гель. Некоторые мои девчонки тоже знакомы, с удовольствием берут. Ну, приятно все равно. В использовании приятно, потом от тела приятный аромат. Почему бы и нет? И недорого, в принципе, да? 150 рублей, грубо говоря, получается. Еще одна мыльца. Так, вот эта красочка. Вот здесь я, наверное, использовала купон на скидку 50%. Получилось подешевле. Стойкая крем-краска для волос максимум цвета. Эксперт Color, тон 5-3, светлый каштан золотистый. Очень хороший. У них есть 5-35, там, по-моему, шоколадный. Но вот этот мне больше нравится. Это вот более естественный. Шоколадный он немножечко вот с рыжинкой получается. А здесь действительно небольшой такой золотистый оттеночек. Ну, похож, да, вот как вот на девушке здесь изображен. Ну, кто увидит мои фотографии или видео какое-то там вместе со мной, там, в принципе, я практически вот этими красками пользуюсь. Сейчас светлый каштан золотистый использовала. Иногда ботаникой краской пользуюсь, если тоже где-то ее приобрету по хорошей стоимости. Ну, не где-то, а Фаберлик, разумеется. Еще один дезодорантик. Некоторые мужчины любят аэрозольные, некоторые шариковые. Вот у меня есть здесь аэрозольный 8-й элемент. Здесь по цене каталога я приобретала. Получалось даже чуть-чуть дешевле. 110 рублей со скидочкой 8-й элемент. Приятный аромат, мне нравится. Давайте попробуем его. Неплохой мужской аромат. И аэрозоль... И, в принципе, сам парфюм. Так что вот на выбор можно приобрести недорогие дезодоранты. По-моему, там еще на некоторые тоже такая стоимость получалась. Но взяла пока вот этот. Еще один крем для рук. Классно, я их помню. Просто мне нравился аромат этих кремов. Я их знаю, поэтому не будем открывать. Хорошие кремы. На тушь First Class. По-моему, тоже с купоном купила. 204 рубля получилось на мне. Хорошая тушь, мне очень нравится. Действительно придает объем, не осыпается. Пользуюсь с удовольствием. Не засыхает долго. Надолго хватает. Щеточка хорошая, удобная. Целый день хожу, реснички такие же пушистые, как сразу после нанесения туши. Не осыпается. Замечательная, недорогая тушь. Приятный флакончик. Мои тоже знакомые, кто и пользуется этой тушью, все довольны. Работает на 100%. Действительно первоклассная тушь. First class. Пену для бритья взяла. Тоже нормальная цена получилась на нее. Это у нас серия Lancelot. Со скидкой 148 рублей обошлась мне. Тоже приятный аромат. Хорошая цена получилась. Вот, кстати, на дезодорант хотела с использованием купона Lancelot купить. Он 300 с чем-то рублей стоит по цене каталога. Но закончился. Вот на дезодорант можно было использовать купончик. Может быть, появится. Обязательно воспользуюсь. Классные продукты, классный аромат. Все, кто заказывал, остались довольны. Сейчас посмотрим, что какие-то средства для лица взяла тоже из распродажи. Сейчас посмотрим, сколько же они получились. Интересно, есть ли сейчас они в продаже? По-моему, некоторые уже закончились, девчонки расхватали. Серия Матридженик. Восстановление треугольника красоты. То есть это у нас лицо, шея, декольте. Это маска, которая запускает естественный механизм омоложения кожи на генном уровне. Стоила
недорого. Это маска «Скульптор». Обошлась 177 рублей со скидочкой. Это из категории «Продукты со сроком годности до февраля-марта». Так, посмотрим дату выпуска. Мне как-то повезло, девчонки, я заказывала тоже из этой категории с истекающим сроком годности протеиновый коктейль. А мне пришел совершенно свежий. Так что давайте посмотрим срок годности. Интересно, какой же здесь. Тоже сентябрь 21 года. Посмотрим, посмотрим, как же выглядит эта у нас чудесная маска «Скульптор». Густая такая текстура. Действительно, такая вот плотненькая масочка. Аромат такой специфический, не сказать, что нежный. Как же ею пользоваться? Нужно ли ее смывать? Да, нужно смыть. Эта масочка смывается на 15-20 минут наносится на этот треугольник красоты. Лицо, шея, декольте. И через 20 минут смыть теплой водой. И потом нанести свой обычный уход. Ну что же, с удовольствием попробую. Кожа у меня зрелая, увядающая. Как здесь и рекомендуют использовать вот эти средства. Посмотрим, посмотрим. Интересно, кто использовал, есть ли какой-то эффект. Но я думаю, хуже не будет. В любом случае, нужно о себе заботиться. Сейчас вот на руках посмотрим. Пока что маска у меня на руке. Потом смою, напишу свои отзывы. Посмотрите, какая прелесть. Какой просто прям как свадебная фотография. Да? Посмотрите. Но действительно, к 23 февраля подарок для сильных и стильных. Посвящается влюбленным. Акция для новых покупателей с 30 января по 19 февраля. Если зарегистрируетесь, получите в подарок Элизе парфюмерную воду. Приятный свежий аромат. У меня такой в объеме 30 мл я покупала. Очень приятненький. Ну, посмотрим, чем нас тут порадуют. Какие-то вот новиночки с клубничкой, с земляничкой. Да, земляничный гель для душа, липовый цвет. Попробуем новинки. Посмотрим, что еще тут интересненькое есть. А интересненькое всегда что-то есть. Да, ну каталог вообще суперский. Девчонки, весна не за горами. Боже мой, какая прелесть. Как я люблю весну, особенно апрель. Кто еще любит апрель? Так, еще я приобрела тоже из этой же серии распродажа со сроками годности февраль-март. Тоже маска от Реноваж. Здесь у нас матридженик. Здесь у нас Реноваж. С пептидным комплексом идет регенерирующая крем-маска. Так, это у нас смывается или нет? Нанести маску на чистую сухую кожу лица, избегая чувствительных участков губ и глаз. И спустя 15 минут смыть маску большим количеством воды комнатной температуры. 2-3 раза в неделю. Ну, замечательно. Вот буду готовиться к весне. Давайте посмотрим, как же это выглядит. Эти продукты я не пользовала. Не знаю. И вот прекрасный момент. Попробовать, протестировать за просто символические денежки. Причем с неистекшим еще сроком годности. Замечательно, замечательно. В который раз благодарю компанию за такую возможность. Будет понравиться эффект, будем заказывать. Реноваж обошелся 147 рублей со скидкой. Так, здесь, наверное, тоже у нас есть доступ. Да, вот такая масочка. Здесь уже немножко по-другому выглядит. Да, здесь более такая пластичная. Здесь, по-моему, более вязкая от матридженик. Здесь аромат поприятнее от Реноваж. Давайте на эту руку сделаем масочку. П-
По консистенции они отличаются. Будет приятно использовать. Можно чередовать эту два раза в недельку, эту два раза в недельку. Просто прелесть. Я с удовольствием буду использовать. Кто пристрастно относится к ароматам, берите, значит, Атринаваш. Потому что мотыльженник немножечко какими-то лечебными такими нотками аромат имеет. Ну или на мой нюх, по крайней мере, такое ощущение. Так, вот весь мой заказ, девчонки, посвящен он как раз-таки, можно сказать, персональным акциям. И то, как можно использовать с выгодой свое сотрудничество с Faberlic. Смотрите, буквально за небольшие деньги столько полезных товаров. И для мужчин своих возьмете, где-то сэкономите немножечко, вот, пожалуйста. Для себя любимый уход. Будем молодыми и красивыми. Ручки помыть. Ручки помазать, глазки накрасить. Ну, красота, красота. Присоединяйтесь к Faberlic, кто еще не зарегистрирован, переходите по ссылочке. Будем вместе наслаждаться шопингом, будем вместе с вами с удовольствием делать покупки. Всем спасибо за просмотр, всем желаю удачных покупочек и отличного настроения. Пока-пока!